прошу вас, расскажите всем, кому вы можете, своим знакомым, близким, друзьям, владельцам мелкого бизнеса или какие-нибудь знакомые политики есть, о моей идее, чтобы сделать город будущего. Точнее, две идеи. Первая – это если у какого-то предпринимателя проблемы с деньгами, я могу приехать за свои средства, поселиться где угодно и рисовать мелками. По ссылке ты посмотри мои рисунки, и ты убедишься, что они действительно ручной работы, с душой, красивые, отличаются от всего, что ты видел. Буду рисовать, нарисую маленький пейзаж на стене твоего магазинчика, если она полуразрушенная такая или серая какая-нибудь. Там, допустим, твой магазинчик, и там, где дверь, там ты сделал рекламу, а все остальное просто стена серая. Я на этой стене сделаю пейзаж небольшой. Добрый, светлый пейзаж с мелками детскими, который не бросается в глаза. Если тебе понравится, то ты просто напишешь мне бесплатно. Приходи, в следующий раз рисуй. Ты никаких денег не тратишь. Я рисую второй, третий, если тебе нравится. Если к тебе приходит больше посетителей, ты говоришь, продолжай рисовать еще. Если у тебя не появляется посетителей, ты говоришь, оставь все или стирай. Паспорт я свой тебе оставлю. Если что, ты можешь просто оштрафовать меня, взять с меня деньги за то, что я стену там разрисовал мелками. Посмотри по ссылке мои работы на стенах домов и убедишься, что... А в реальности они выглядят гораздо лучше. А также можно плитками специальными, я найду человека, нарисовать на специальных плитках внизу и специально там... такие пейзажи и плитками украсить, ручной работы пейзажами. Причем тебе ни капли за это деньги не надо будет платить. Я за свои средства буду это делать. Тебе лишь нужно будет, если у тебя будет доход от этого, прибыль дополнительная пойдет от вот этого моей деятельности, то ты можешь хоть сколько мне, сколько не жалко, денег давать, зарплаты, когда захочешь. Можешь не давать, когда захочешь, чтобы мне хватало немножко на еду и пожить на еду, где, надеюсь. Все, что мне нужно. Просто я создан для того, чтобы созидать, рисовать. Я страдаю от того, что мне запрещено рисовать на стенах мелками пейзажи в серых городах. Понимаешь? Главное, чтобы меня разрешили. Я найду человека, который покроет специальным лаком или с жидким стеклом эти плитки, которые будут держать пейзаж при любых обстоятельствах. Уложим это в круг твоего магазина, при входе. Сделаем там надписи необходимые, это очень красиво будет выглядеть. И вечернюю подсветку, там светодиоды, легкие такие, мягкий свет. И уверяю тебя, эти пейзажи никто не сотрет, никто не начнет вандалить на них, никто их не смоет дождем, ни снегом, ничем. Потому что я рисовал в своем городе, и они держатся годами, как обычно. Те, которые мне не запрещали рисовать, также на меня нападали, вызывали полицию, потому что здесь очень агрессивно. А я же буду рисовать на частной территории, и никто не посмеет на меня напасть. То есть ты хочешь денег, ты получишь этих денег, хочешь клиентов себе, ты получишь больше клиентов, посетителей, гораздо больше, чем... какой-нибудь рядом стоящий магазин с вырвиглазной, бездушной дизайнерской рекламой или просто магазин без рекламы. Итак, второе.